сейчас начнем с того, что сначала воздух, потом скомбинируем. Просто так на воздух не будет. Да. Ну что мы делаем? Все то же самое. То есть выходим сюда. То есть увидел замах. Расходим. Так же его бьем. Не бойся, что происходит. Ломаем ручку. Чтобы понятно было, это идет на не один удар, а два удара в шею и на лоб. А, в шею? То есть первый движение. Все сделали то же самое, что и делали. Все то же самое. Первый. Обычный отклон. И тоже самое. Ушли. Удар. По горло. Удар в горло с проносом. Я сейчас аккуратно делаю, чтобы голову не оторвать. А так, стараемся. Ура! Да! Чтобы ноги оторвались. Ну и, соответственно, здесь. И все. Ушел. Вот. Дальше, если он тяжелый, пара сил. Позвоночник, поясница. Вот он здесь. Нужно обязательно войти, на месте не стоять. Раз, вот он сюда. Дальше никуда не идем. Погасили удар, по направляющей удар идет сюда. Ну я! Когда по горлу попадет, уже не ножа. Кто более-менее подготовленный, как вот Васек, сейчас Леша, здесь еще вот что можно сделать. Еще ногой добавить. Ногой добавить. Понятно? Вход обязательно, вход, выход, выход, вход. Если что-то не идет, удар в голо, горло, затылок, глаза, лег, подтянули. Опять та же самая схема, видите? Шею ломаем. Ломаем? Ага. Руку ломаем. Нож сам упадет. То есть та же самая схема. Берем ножи, поехали.